Что вы можете сказать об этой паре? Похищение. Об этом писали. Сейчас они войдут и заявят, что минуты из пакета пропали. И что не понимают, как это могло произойти. Ведь говорили между собой и по межгороду внутри своей сети. Но кто-то из пакета минуты похитить смог. А сейчас раздастся звонок. Минуты пропали. Да-да, проходите. Теперь минуты никто не похитит. Звонки на Теле2 России не расходуют пакет минут. На все линейки тарифов «Мой Теле2». Теле2. Другие правила.